Всем привет! Сегодня мы приготовим два вида тарталеток к новогоднему столу. У меня будут классические, а у меня вегетарианские. Поехали! Для приготовления вегетарианских тарталеток понадобится голландский сыр, творожный сыр, чесночный соус можно заменить майонезом, помидорки для украшения, яйца и основа для тарталеток. Для приготовления обычных классических тарталеток мне понадобятся шампиньоны, куриное филе, лук, майонез можно заменить сметаной, яйца и также основа для тарталеток. Первым делом нужно отварить вкрутую 3 куриных яйца. Остудите их, очистите, мелко нарежьте или натрите на терке. Сложите их в отдельную глубокую миску, в которую смешаете начинку для тарталеток. Далее мелко нарежьте голландский сыр и отправляйте в ту же миску. И после этого можно сразу приступить к украшениям. Разделите помидорки черри на 2 половинки и отложите в отдельную тарелку. Теперь приступим к начинке. Добавьте в миску творожный сыр. Смешайте приготовленные ингредиенты с чесночным соусом. Получившейся начинкой наполните тарталетки. Тарталетки и украсьте помидорами. Для начала отвариваем 3 куриных яйца вкрутую и куриное филе. Ждем полного остывания продуктов. После яйца мелко нарезаем кубиками, а курицу делим на волокна. Грибы и репчатый лук также мелко нарезаем и обжариваем на сковороде до готовности. Соль и перец добавляем по вкусу. Все подготовленные продукты перекладываем в глубокую миску. Заправляем майонезом, перемешиваем и выкладываем на основу для тарталеток. Для украшения можно добавить любую зелень или помидоры черри. Такие простые тарталетки у нас получились, и у меня готовка заняла всего 40 минут. А у меня 20 минут. АСТВ поздравляет вас с Новым годом. Желаем вам всего самого лучшего.